что BMW, или как говорят наши соотечественники, BMW. В Америке говорят BMW. Наверное, это вот они и есть, вот эти вот, то, что Света хотела. Дело в том, что у BMW эта машина электрическая, то, что мы хотели. Но я не знаю, вот конкретно это, что перед нами, я не разбираюсь. Слушай, человек темный. Что это, Светик, скажи? Это оно? Да, это оно, но они такие страшные внутри. А что они страшные-то? Ну, что-то какие-то уже очень страшные. Ну, открой дверку, не открывается? Я думаю, что никто тебе здесь не... А давай зайдем внутрь, наверняка давай, там все будет. Это есть. Вот оно все тут. Тут нету второй двери, да? Тут дверь только одна. А, ну, а где она? Ну, нету двери, Света, нету. Тут дверь только одна. Так, а зачем тебе вторая, Света? Что больше двух? Смотри на багажник, как ты считаешь. Он не производит впечатления сильно большого. Да нет, но она мне вообще не нравится. Чего? Как это, ну, совсем? Во-первых, то, что две двери, это мне не устраивает. А сядь внутрь. Сядь за бараночку, сядь. Тут, ну да, вообще багажник не впечатляет, это правда. Это вот электрическая его зарядочка. Так. Нет, она не годится вообще даже с точки зрения... Слушай, а как же... Она даже сидит... А, нет, ты знаешь что, оно открывается, оно действительно открывается. Вот. Но у нее сиденье неудобно, ужасно. Ну, ты хочешь сказать, что его настроить нельзя? Чувствуешь, что тебе некомфортно. Да? Ну-ка, давай я присоединюсь к тебе. Ну, да, первое ощущение довольно фиговое. Неудобно. Так, ну вот я так откинулся чуток. И ты же оно электронное. Ты знаешь, что оно электронное из того, что мы сегодня вот это самое неудобное. Испытывали собственным задом, да, это самое... на редкость неудобно. Да. И она не автоматизирована. Знаешь, всюду электронные кнопочки, а здесь какие-то рывком, как будто оно вручную. Рычажок. Да, там, да. Это вообще что-то за лучше. Ну, а стоит она 45 тысяч минимум. У нее стартовая цена 45 тысяч. Ну, кстати, она электрическая, в ней технологии всякие. Нет, вообще... А это что здесь? Это полочка такая. Ну, полочка хорошо, но знаешь, тоже окажется, что она ездит 80 миль до заправки. На батарее? Нет, она, может быть, и 200 ездит. Дело не в этом. Не впечатляет. То есть ты бы не хотела в такой. Нет. Знаешь, что меня еще смущает? Она, может, не как-то очень далеко от баранки до вот туда, до дворников. Так я бы зато тут сказал. Можно любую камеру поставить. Хотя какую камеру, Свет? Но с другой стороны места вообще никакого, Света, нет. Ты как блогер тут рассуждаешь. Места. Тут нет места. Знаешь, Света, это машина для блогера, который сидит на пассажирском сиденье. Вот можно сюда что-нибудь поставить или сюда, я не знаю, что тут. Зачем так много экранов? Тут экран, тут экран. Ну, это отдельно, отдельный вопрос. Ну, много места вот здесь, да? Не впечатляет оно. Ты, конечно, не сможешь держать руку на... Хотя нет, можешь, да? Можно, да. Держать руку на руле и на подставочке ты можешь. Но она, понимаешь, вот она не эргономична, она неудобна. Ну, как бы не в своем вкусе, короче, нет, вещь. Нет, в моей вкусе эргономики. И потом вот эта вот панель вся очень странная. Более чем, да. Да. Пойдем отсюда, не будем тратить время. Пошли. Друзья, дальше. Время тратить мы не будем. Торчит. Но. Я уже два раза не ударила. Когда садилась, и сейчас выходила, второй раз не сильно. Ну, может быть, надо как-то привыкнуть. Как? Ну, она вот тут никуда же не денется, вот она тут не сидит. Окей. Ну, да, видите, как все-таки дверь-то была. Дверь-то была, просто она так неочевидна. Не очевидно было. Да. Что ты? А вот тут ручка. Иди сюда, смотри. Вот ручка. Видишь ручку? Тяни за ручку. Да. Ну, общем, ну. Ребят, ну не фонтан. Не фонтан. Ну, еще раз. Это машина, может быть, от которой масса народа получает удовольствие. Мы не знаем. Ну, да. Вот. В ней может быть очень много достоинств. Но она как бы... Ты знаешь, чисто внешне она очаровательная. Нет, Свет. Она не очаровательная. У нее передка очень странная. Она мне нравится. Чисто внешне она мне очень нравится. Нет, как будто ее отсекли половину. Но действительно, от руля вот до дворников какое-то невероятное расстояние. Ладно, все, поехали дальше. И как блогерская машина, она, может быть, не дотягивает. И багажничек. И багажничек такой. Камера некуда поставить, но будет тихо. Света говорит, тихо будет, потому что электрическая. Ну, посмотрим. Ладно. Ладно. Пошли дальше.